Многие из нас бывали в атмосфере кафе и помнят, как интересно любоваться за людьми, за соседними столиками. Ну и вот атмосферу кафе, атмосферу этих незримых диалогов попробуем, мизансцен, попробуем мы сейчас набросить на холст. Значит, в очередной раз мы смачиваем холст. Вот что мы сейчас сделали. Мы избавились от белого холста. То есть мы предполагаем с вами, что здесь у нас будет белый просвет, утренний просвет окна. То есть вот окно, утренняя обстановка в кафе. Пол чуть темнее, за окном светлее. Барная стойка, какие-то намеки на столики. И вот мы себе сделали первую пометку. Ситуация в кафе очень часто повторяется. Это очень знакомая история. Вот эту историю мы сейчас будем развивать. То есть нам здесь нужен легкий тон. Нужен легенький тон. То есть здесь мы положим белило, здесь будет намного светлее. Но пока мы просто притемнили эту часть. Можно чуть-чуть закидать ее белилами. Не очень густо, как бы некую меру, разумную меру. Ту меру, которая позволит еще накладывать краску. То есть краску кладем и придавливаем. Придавливаем холсты. Где-то она более плотно легла, где-то менее плотно. Нас это тоже устраивает. За окном деревья, дома дальнего плана. Поэтому все это может там мерцать. Все это вполне естественно. Вот самый козырек стекла. Тоже можно подложить белило. Окно обычно лоснится седоватыми такими прозрачными всплесками света. Поэтому где-то очень бело, где-то не очень. То есть вот это мерцание света на стеклах вот такой неровностью дополнительно, конечно, можно уточнить. Можно уточнить какие-то архитектурные детали. То есть, ну, перегородки между окнами. Вот таким образом, мастихином, можно взять и провести. Если сильно придавливать, ну, конечно, ребром, не острием, ребром, то линия получается ровная и достаточно выразительная. У нас еще один инструмент есть, палец, который очень часто вступает в работу. Из-под столов, которые вот здесь чуть-чуть наметились, можно тоже предостать свет, который как в глянцевом полу, как некое отражение, почти как в воде, очень вертикально. Лежит на плоскости. И тоже мерцательный характер, где-то белый
активнее, где-то менее активно, но темнее, чем ситуация за окном. Столичек какой-то. Столичек. И намеки на людей. Сидя в кафе, можно делать зарисовки. Вот такие зарисовки, которые будут потом подсказками во время написания картины. Это пока очень приблизительные силуэты людей. Мутность показывает, что фигура чуть дальше находится. Более жесткий характер показывает, что фигура чуть ближе. Ну вот спичечные головки на некоторых мешках, и мы имеем эффект. Какие-никакие кресла. Столик переднего плана. И отражение в глянце столов тоже вертикальное, нарочито вертикальное. Отражает тот свет за окном. И вы видите эффект плоских столов, глянцевых, с отражением. Чуть-чуть подчеркнув, мы сразу обозначаем плоскость. Вы видите, как удобно орудует мастихин с этими вещами. Вы видите, произошла серия уточнений, круглые столы вдалеке, кафешка недорогое, поэтому где-то и квадратненький столик затесался, может как вполне как служебный, а может просто поскольку на периферии здесь находится. Вот. То есть мы помоделировали идею эллипса, идею отражений, вот кресло какое-то. Вот еще может быть какое-то кресло. Вот его намеки на ноги кресла. И даже на отражение. То есть даже вот в этой кучке уже что-то становится понятно за счет высокой графики. За счет тонального каркаса темного уже что-то становится понятно. Немножко порисуем барную стойку, например. Все мы видели эти предметы не раз. Я думаю, что особого труда. Думаю, что особого труда барная стойка не вызовет. Мы знаем, что это, как правило, ровная поверхность. Свет из окна ударяет по этой ровной поверхности и дает блик. За барной стойкой, возможно, горит некий свет. Который выгодно оттеняет товар. Может какая-то полочка, на полочке какие-то предметы. Ну вот намек на бутылки произошел легким движением, легким прикосновением мастихина.
очаг освещенности где-то очень ярок, но он иной характер имеет внутренней освещенности, то есть вечерний свет, а здесь утренний. Этот контрастик тоже достаточно интересно может выглядеть. То есть некоторым образом на удачу, пока не появится что-то красивое, интересное. Это бутылки, это бокалы. То есть намокали, буквально намокали мастихином набор звуков, который где-то угадывает. Те предметы, которые мы собирались перечислить. То есть стекла — это в основном прозрачность, увенчанная бликом. Примерно такое же и бутылки, только более темные. Мутность, увенчанная бликом. Допустим, некая барменша. Возможно, он или она в чем-то светлом. Несмотря на то, что поиск у нас происходит направленный, мы, тем не менее, делая ряд этих прикосновений, ждем удачи, удачного мазка, который о чем-то скажет. Вот это удачный мазок очень уместно в нашем случае, когда мы только приступаем к живописи. Вы видите, что мазок маслом может быть несколько раз перестроен, переделан, пока мы не дождемся некой удачи. Имея вполне внятный силуэт, ожидая удачи от тех прикосновений, когда вот где-то вот грудная клетка сформировалась, линия талии, вот то, что подвязано. Вот, и глядишь, уже намек на девушку за барной стойкой образовался. Свет от окна, свет, тень — это наши большие друзья. Поэтому где свет мог упасть? На линию плеча, на линию рукава, на выпуклую часть, допустим, на груди. Может быть, немножечко и на воротничок. И фрагментально на другой. Кресло. Видите, как? Столики. Стулики. И, в принципе, вместе с мутностью пятно организовалось. Ну вот представим себе, что вы с блокнотом в руках находитесь в атмосфере кафе. То есть весь этот темный каркас картины вы можете набрать карандашом, углем или сепией какой-нибудь. Вот. То есть нет никакой проблемы создать вот такую атмосферку графического толка в блокноте. И пока, как вы видите, нет особых проблем для создания этой же обстановки на холсте. Я думаю, что ни для кого не будет трудностей вот это. Набор вот этих элементов пока не труден. То есть, конечно, чуть-чуть понадобится приноровиться к эллипсам, приноровиться к таким линиям. Но я думаю, что часа возни на холсте достаточно, чтобы добиться этих результатов. Дальше у нас будет более точная работа, но, с другой стороны, и более интересная. Здесь у нас, вы видите, очень много происходит нечаянных вещей, когда мы просто выжидаем удачный мазок. Вот, и дождавшись его, оставляем уже.
То есть это такая эскизная, набросковая живопись, которая вполне соответствует духу таких картин. Ну вот, продолжим наши. Где-то край всего этого его обозначим. То есть, о чем говорят эти звуки? Только о том, что это край. Ничего сложного в такой укладке нет. А тем не менее, рыхлость мазка, посмотрите, создала, ну, какую-то интерьерную заморочку, с которой, в принципе, уже можно что-то угадывать. Может быть, какая-то мощная конструктивная линия здесь. Все напряжение держим в этом месте. Здесь мутности, недозвуки, недо. Может быть, для того, чтобы чуть-чуть в цвете наполнить, чтобы это была все-таки не только графика, но и живопись, может быть, наполним чуть-чуть цветовым содержанием потолок. Я не раз видел в кафе девушек, сидящих и читающих книгу. Ну, это само по себе романтично, интересно, привлекательно. Поэтому пусть за этим столом сидит девушка, которая читает книгу. Попробуем эту книгу уложить. Тоже некоторое ожидание удачного мазка, отражение в столе. Раздвоение книги, толщина книги, может быть, здесь на переднем плане чуть-чуть усилим бликование, чтобы этот край вышел на нас, в большей степени вышел. И видите, пальцем подрезаем. Чашечка. Чашечка – это нечто торчащее над плоскостью. Блюдечко – это нечто лежащее на плоскости. Со своей тоже теневой на стол. Со своим бликом. Для убедительности маленькую ручечку. И немножко теперь все эти предметики уточним. Отражение висячее, плакучее. Естественно, его вот таким образом усилим. Ну вот вдруг влез красный. Но он неплохо же влез. Может быть, книга, обложка красная, и этот красный мерцает там. Поставим. Вполне звучное пятно. Чуть-чуть цвет у чашечки. Еще одно цветовое пятно к этой графичности, к этой двуцветности. Так, за столом у нас сидит девушка. Ну, к сожалению, придется пожертвовать вот этой удачной архитектурной, удачным этим прикосновением. Ну, может, немножечко вот здесь добавим круглость барной стойки. К примеру, этого можно было бы не делать. Бликующие элементы. То есть мы как бы усложнили обстановку. Ага, вот здесь у нас наклончик должен быть соответственно уходу к горизонту.
То есть все линии туда, к горизонту, соединяются. Мы это здесь обозначим. Можно пятно девушки сначала дать просто вот такое мешковатое пятно. Плечики. Головочка. Возьмем белила немножечко. Отъедим силуэт. Может быть, она в красном. Рыженький цвет лица. Некоторый наклончик головы. Уже известные нам блики, которые, конечно же, вот здесь есть. Вот они бьют по вот этой части ее. И из-под теневой тоже на плечиках вполне могло бы упасть. Вполне мог бы упасть свет. То есть мы пишем рассказ. Рассказ поведения света в картине. Мы пишем рассказ взаимодействия людей в картине. И в данном случае в том числе и свет, который падает так, а не иначе. Поскольку источник света здесь, чуть-чуть красноватый свет с этой стороны, оранжеватый, то мы отсюда на края фигур будем раздавать утренний свет, отсюда чуть-чуть может быть теплый свет от барной стойки. Ручечки у нее какие-то там. Одна, допустим, сюда, другая сюда. Я тоже буквально пощупал, где бы им хорошо лежать. То есть, вот они примерно могли бы быть сложены. Причесочка. Возьмем коричневость темную. Создадим намечек на причесочку. У головочки этой девочки, вероятно, нужна линия лица, то есть подбородочек. Вероятно, глазные впадинки покажу. То есть как некие очечечки. Под носиком дадим темность. Вы видите, все бледненько-бледненько. И, допустим, легенький свет на кончике носика. И, может быть, вот на этой стороне личика. То есть, так же, как здесь по контуру, так же и здесь. Светик упал только по левой части картины, по левой части лица. Легкий намек на опустившиеся глазки, которые следят за буквами. И, может быть, немножко рыжит светик на волосиках. То есть седовато рыжит. Нам не выгодно, чтобы она была внятно прорисована. Нам выгодно, чтобы мы угадывали в ее недосказанных чертах свои образы. Поэтому отвлекаем внимание от общих черт светом на кончике носика. То есть так же, как здесь, вот эта линия отвлекает от всего остального, так же и здесь. Чуть-чуть свет на краях лица. Будет отвлекать
каких-то сходств. То есть это будет очень приблизительная девушка, в которую мы вложим собственное. Может быть, какой-то намек на свет на руке. В красном мы ее сделали, например, для того, она могла бы быть зеленой, она могла быть в любом. Но поскольку здесь у нас колорит, некоторый такой коричнево-красный, то мы ее сознательно сделали в красном. Красное пятно обычно броское, но в контексте картины. Все же пятна у нас будут держаться вот этих коричнево-сиреневых мотивов. Будем играть, как будто бы некий молодой человек, сидя за столиком вдалеке, заметил юную особу и внимательно ее разглядывает. У меня есть набросочек, с которого я постараюсь его изобразить. Может быть, это у него шарфик. Намек на его руки. Густой краской мы отсекаем лишнее. Это можно было бы сделать мастихином. Ну или вот так, как я сделал пальцем. Допустим, у него жесткая геометрия стула. Это выгодный ход, потому что это сразу обращает на себя внимание. Находясь в центре композиции, он обратил на себя внимание. И даже если мы сразу девушку не заметили, мы заметим, что он смотрит на нее, и, соответственно, начнем уже разгадывать. Историю. Как и ей, мы дадим ему на кончик носа свет из окна. Следующие два персонажика. Один заслоняет другого, сидят. Один чуть повыше, который к нам ближе, для того, чтобы опять же создать эту перспективу ухода. Может быть, он, этот человек, в каком-то беленьком воротничке. Тоже с этим освещением, которое идет от окна. Немножко свет на его спине, тот же стул. Те же блики. То есть вот эти вот среди этой мутности, мутность и жесткий рисунок, это всегда красиво. То есть, когда у нас есть мутные пятна, и они где-то подрезаны жесткой графикой, это красиво. Имейте в виду это и для карандашных набросков, когда вы можете пальцем где-то подмутить, остренько вытащить стерочкой свет или подрезать темностью, какой-нибудь темностью карандашом. Также и в масле. Есть такое понятие «живопись – это рисунок цветом». В данном случае идеально подходит под эту фразу. Так, а там, допустим, у нас будет дамочка. У нее будет, может быть, шляпка. Тоже в некотором ожидании удачных звуков. То есть кладу красочку и жду, когда что-то интересное получится. Пусть она будет почти акварельная, размытая такая, она совсем далеко,
ей это... Для нее это вполне уместно. Еще один за ними, у самого окна какой-то человек. Тоже это все могут быть наброски прямо с натуры, которые потом использованы в картине. Человек немножко равнодушен. Вот получился некоторый равнодушный человек. То есть он выпьет кофе и уйдет. Вот здесь может быть более внятный персонажечек. Может быть даже какая-нибудь крупная женщина. В какой-нибудь оранжеватой юбке. Нога за ногу. Отражение сразу от ее ноги. Тоже на удачу. Пока нечто вразумительное не появится. Отражение. Мне сейчас, например, не устраивает то, что такая расставленность четырех целых человек. То есть хорошо бы, допустим, сблизить две пары, вернее, две фигурки. То есть вы видите, краска очень послушна. И вот уже ничего не осталось от предыдущей фигуры. Появилась другая. Ну вот солидная женщина здесь сидит. Все у нее крупная. Наверное, она с директором кафе обсуждает утром вопросы вчерашних доходов. Директору, вероятно, немножко скучно это все. Он заметил какую-то девушку за окном. И так в пол силы слушает ее. В белой рубашечке, которая в контражуре не такая уж и белая, потому что на фоне такого яркого света. То есть вы видите, мы опять работаем на удачу, пока не добьемся чего-то вразумительного. То есть я приблизительно представил себе, как он сложил ноги под столом. Может быть, какое-то растение. Бледный характер, мутный бледный характер дадим, чтобы оно не участвовало сильно в этой истории. Но, тем не менее, интерьер чуть-чуть поддержит. Вырывается отсюда свет из-под теневых. Вот нечаянный мазок очень удачно лег, дал вторую линию темную, и очень хорошо. Некоторая жесткость, очерченность к этой мутности
хорошо прозвучало. Очень сильный свет здесь, очень, то есть композиция световых ударов тоже появилась. Удар, 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 уже какая-то появляется композиция. Даже композиция световых ударов, размещенных на, может быть, в поддержку тем ударам, сделаем ударчики здесь. Может быть, немножко легкой голубоватости, зеленоватости, подразумевая то ли деревья за окном, то ли шторочки. То есть это немножко усилит цветовое содержание картины. То есть легкая, холодная зеленоватость. Какие-то смутные пятна, как некие люди, которые идут по тротуару за окном. То есть все это играет на общее содержание. Краска, вы видите, настолько послушна, что позволила себя подрезать ту меру, в которую хотелось. Намек на ухо, щеку вот этого человека. Намек на свет на его голове. Я считаю, что даже новичок может себе позволить такого рода живопись. То есть походить по кафешкам, пособирать материал. Может быть, это будет фотоматериал. Ситуация может быть взята фотоаппаратом подобная. Даже если в интерьере не будет такого окна, его можно придумать. Даже если не будет такого контражура, оттуда свет. И, соответственно, очень силуэтная история. Его можно допридумать. Вот. То есть нам нужны интересные персонажи, когда мы пошли на охоту. И долгими зимними вечерами можно заниматься плетением вот таких рассказов, живописных рассказов, изобразительных рассказов. Может быть, даже делать целые серии этих картин. А может быть, даже делать потом выставки в таких же кафе. То есть это все реально для начинающего. Если вы возьмете схему, которую вы сейчас увидели, то вот такой набор картин вы можете создать и жить жизнью художника вполне. По-моему, одного очень важного персонажа не хватает. Это кота, который живет в этом кафе. Thank you.
Не знаю, получился он или нет. Ну, что-то такое симпатичное вроде есть. В всяком случае, он вполне участвует в этой истории. Вот, скажем, предмет на переднем плане, а ему можно особенного внимания не уделять, поскольку он где-то здесь расплывается в эту обстановку. А вот, может быть, где-то здесь, чуть-чуть из-под столика, чуть-чуть свет достать. Свет и содержание. Легкие вот такие прикосновения, дабы показать лежачий характер плоскости, висячий характер отражений и лежачий характер плоскости. Хоть где-то чуть-чуть ударить горизонталью. Вот, контрастно, не контрастно, не контрастно, контрастно. То есть все это то появляется акцент, то пропадает, появляется, пропадает. Это все создает живописность решения, живописность рисунка, живописность живописи. Может быть, осталось нам некоторый диалог вот здесь показать, здесь и, может быть, чуть-чуть здесь. А может быть, еще немножко архитектурки. Архитектуру чуть-чуть порисовать. Может быть, усилить линейкой. Свежую краску, то есть живую краску, которая там густа, не высохша, можно вложить немножко графики дополнительно, и тоже это обогатит картину. Вы видите характер удержания кисти. То есть я не вот так провожу, а кисть лежит вдоль холста. Это очень хороший аргумент. То есть, допустим, кисть лежит вдоль холста, вставляю в холст и просто жестом руки опускаю линию. Жестом руки протягиваю в бок. Жестом руки. Может быть, даже где-то чуть-чуть эту линию вот истребить. Ее активность. Я вот тут подумал, и, наверное, попробую сейчас дерево сюда мутненько вложить. Намек на дерево за окном. Чем ближе его лапы этого дерева вошли, приблизились к окну, тем они чуть-чуть виднее, а там менее видны. Ну и намек на стволичек. И у нас будет организовано и вот это пространство. Теперь восстановим наши решеточки. Акварельные остатки, то есть, конечно, не акварель, это масло, но акварельные остатки кое-где вот от той заливки, которую мы сделали в самом начале, в сочетании с густыми, все это очень звучно в живописи. Казалось бы, можно же было бы уточнить край, не нужно.
Конечно, вот это задачи уже посложнее. То есть уточнить лицо. Но опять же, если у нас есть некоторый материал, с которого мы работаем, если мы его подсмотрели в кафешке или даже посадили своего домочадца поближе к окну и посмотрели, как работает свет на его общей теневой голове, если он на фоне окна светлого. Посмотрели, как работает свет на его носу, лобике, вот, и подбросили. Опытному мастеру иногда достаточно даже вспомнить, как это обычно происходит. А вы подсмотрите, и будет тоже. Даже и опытные тоже сажают и уточняют. Как ведут себя глаза, когда он смотрит вот куда-то сюда, в эту сторону. Все это можно подсмотреть. Прямо у своих близких. И несмотря на то, что мы рисуем мужскую голову, нам очень важен характер освещения. Поэтому любая голова нам подойдет. Ну вот он отвлекся от еды, потому что увидел девушку. Некоторый намечечек на ее ножке. Не будем перебарщивать здесь с активностью бликов, чтобы не отвлечь от вот этого. Некоторый намек на ножку, на ножки стула. Стула. Который тоже не будет сильно отвлекать. Чуть-чуть. Намечечки. Не будет отвлекать от центра. Женщина тоже заинтересовалась, одна из этих героинь заинтересовалась, куда посмотрел начальник. И мы покажем ее профиль. Обозначим ее руку. Наверное, что-то в руках держит барменша. Ну, наверное, все. Ну и теперь уж точно все.